Общественная палата третьего созыва завершает свою работу. На последнем заседании глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров поблагодарил общественников за их активную гражданскую позицию. 30 июня 2017 года Общественная палата третьего созыва складывает свои полномочия. Много вопросов было решено за 3 года при участии общественников, много проблем озвучено. Самые наболевшие из них касались сферы ЖКХ, состояния районных автодорог, культурной и социальной жизни населения. Хочется отметить активность наших членов общественной палаты. Сегодня я об этом много говорила. Но мы в этом году, слава богу, добились заездного кармана в деревне Осташково, что будет построен КМС-автодор, обращения были. Мы добились того, что перестали копать пруд в деревне Пашнево. Мы добились того, что члены общественной палаты выходили на акции, участвовали в мероприятиях. По инициативе общественной палаты проводились ряд мероприятий, значимых для района. Хочется пожелать следующему составу общественной палаты, наверное, может быть, больше активности, инициативности. Последнее заседание прошло в праздничной обстановке. Помимо сухих цифр о социально-экономическом развитии Орехово-Зуевского района, были подведены итоги конкурса профмастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», вручены значки ГТО учащимся школ района. Борис Егоров благодарственными письмами отметил особо активных членов уходящей общественной палаты. А многодетную маму и по совместительству руководителя рабочей группы по социальным и трудовым вопросам Общественной палаты третьего созыва Марину Семенову ждал сюрприз. Радио для меня это большая честь. Я, честно говоря, надеюсь, что заслужила, и дальше я буду продолжать работать на благо Орехово-Зуевского района. И думаю, что если не заслужила, то в ближайшее время заслужу точно. Когда я баллотировалась на, в общем-то, 3 года назад, я не думала, что я пройду в общественную палату. И когда выяснилось, что я в списках, для меня, мне казалось, что это такая честь, что я могу поработать, я могу быть полезна, и самое главное, что меня могут услышать. С 1 июля текущего года начнет работать общественная палата 4-го созыва. Губернатор Подмосковья уже выбрал 15 человек из списка кандидатов. Теперь дело за советом депутатов Орехово-Зуевского района и общественной палаты Московской области, которые также утвердят по 15 человек. До конца июня состав новой палаты будет сформирован.